Это окно в мир культурного многообразия. Это мост, соединяющий цивилизации во времени и пространстве. 23 апреля – Международный день книги и авторского права. Телеканал «Бессарабия» спрашивает у жителей Акермана, какие книги они читают и читают ли вообще. А вы знаете, что сегодня Международный день книги и авторского права? Нет. А какую последнюю книгу вы прочли? У нас времени нет на книги. А вы учитесь? Да, очень. А где вы учитесь? А какую последнюю книгу вы прочли? Ой, сразу так и не скажешь. Вот я читаю разные книги. Я читала, допустим, «Удар русских богов». И о чем там? О, это религия, о возникновении религии. Вам понравилось? Ну да, это очень интересная книга. Очень интересная, советую почитать. Вы знаете, что сегодня Международный день книги и авторского права? Не знаю. А какую последнюю книгу вы прочли? Газету. Никакую не читали книгу? Сегодня Международный день книги и авторского права. Знаем. А какую книгу последнюю вы прочли? О, кулинарию. Да. А какую кулинарию? Ой, дотека. Отмечая Всемирный день книги и авторского права, мы все должны особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении культуры каждого государства. Жизнь человека очень непредсказуемая и бурная. Будь вы политиком, бизнесменом и врачом. В вашей жизни наряду с положительными эмоциями неизбежны минуты разочарования. Избежать этого нам помогают специалисты, психологи, день которых отмечается 23 апреля в Украине. А вы знаете, что сегодня день психолога? Нет, не знала. У вас бывают стрессы в жизни? Бывают. И как вы с ними боретесь? Как боремся? Не знаю. Ложимся спать, просыпаемся, уже стресс прошел. У вас бывают в жизни сложные ситуации и стрессы? Были много. А как вы с ними боретесь? Как боремся? По-разному. Ну, к примеру, один из способов. Надо отвлечься. Идти на природу. Природа спасает. В лес, на озеро. И заниматься такими нудными делами, спокойными, короче. Вы знали, что сегодня день психолога? Нет, не знала. А у вас бывают в жизни сложные ситуации или стрессы? А у кого их нет? Как вы с ними боретесь? Надо настроение себе поднимать. Каким образом, способом? Общаться с людьми, с приятными. А что вы можете пожелать такой нелегкой профессии, как психолог? Терпение, новых навыков, общения с людьми, здоровья, конечно, крепкого. Впервые День английского языка, как и дни других языков, ООН отметили в 2010 году. Датой празднования стало день рождения Уильяма Шекспира, 23 апреля. Английский язык считается мировым языком. На нем говорят более миллиарда человек в десятках стран. Говорит ли Акерман на английском языке? Сейчас мы это узнаем. Hello, do you speak English? No. Hello, do you speak English? Nein. Ich Deutsch. Ich habe Меня зовут Надя. Ich habe забыл. Can you help me? What time is it? Oh, it's 20. You learn English at school? Yes, of course. And maybe you can tell us about yourself a little bit. I'm a housewife. I'm 28. I have a son. He is 9. I'm happy. Okay, we are happy too. Hello, do you speak English? Hello, do you speak English? Нет. I'm sorry. Hello, do you speak English? Hello, do you speak English? Hello, do you speak English? Everybody. Do you speak English? Yes. What time is it? Can you help me? Three is... Не знаю.